Здравствуйте! Сегодня мы будем тушить капусту на сковороде. Все очень просто и быстро. Для этого нам понадобится капуста. Вот у меня уже порезанная она так. Где-то здесь у меня была небольшая головка, около килограмма. Две морковки, натертых на крупной терочке. Сало вот такое с мясом. Две луковицы, порезанные кубиком. Сметана. Томатная паста от 3 до 5 столовых ложек и специи. Это соль и смесь перцев. А вначале мы будем протушивать сало с овощами на сковородке. Я разогрела глубокую сковороду. И вначале мы сало бросаем. Видите, сковородка разогретая. И обжариваем сало несколько минут, закрываем крышкой. После того, как несколько минут мы его обжарим, будем сразу добавлять овощи. Вот, сало я обжарила. Теперь бросаем лук. Бросаем лук, перемешиваем. Сало также пока жарилось, я где-то два раза помешала. Немного. Вот мы перемешали, закрываем крышкой, обжариваем 2-3 минуты до прозрачности, до золотистого не надо, периодически помешивая. Прошло несколько минут, а лук у нас стал такой прозрачный. Бросаем морковку. И перемешиваем. Все овощи мы обжариваем на среднем огне. Перемешиваем. Закрываем крышечкой и еще обжариваем несколько минуток. Ну вот, наши овощи немножко обжарились. Теперь добавляем 1 столовую ложку сметаны и томатную пасту где-то около 5 столовых ложек. Перемешиваем. Вот. Закрываем крышкой и протушим 2-3 минуты и добавляем капусту. Ну вот, у нас все где-то протушилось около 2 минуток. Теперь будем добавлять капусту. Капуста у меня уже нарезана, я немножко ее посолила и примяла руками, чтобы она пустила сок. Выбрасываем капусту. Добавляем лавровый листик, где-то штучки 3 будет достаточно. Перчим по вкусу, у меня смесь перцев, у вас может быть другая приправа, если вы любите другую. Вот, поперчили. Немножко солю, немного, потому что я уже солила капусту, когда ее мяла. Потом можно попробовать и досолить или поперчить. Все, перемешиваем. Вот, перемешали. Закрываем крышкой, уменьшаем огонь, делаем его маленьким. И тушим полчаса, периодически 2-3 раза можете за полчаса помешать. Прошло где-то примерно полчаса. Наша капуста тушилась на медленном огне. Вот она уменьшилась в размерах, стала такая оранжевая. Капуста уже мягенькая, мы выключаем. И вот, в принципе, можно подавать ее к столу. Приятного всем аппетита!